Стерегущие золото грифы. Так древнегреческий поэт Аристей, а за ним и историк Геродот, говорили о земле, которая ныне именуется Алтай. Сюда, от Белого моря, через всю Русь, бежали от правительственных повинностей старообрядцы. В этих краях Николай Рерих искал дорогу в мистическую страну Шамбалу. Так что же за золото скрывает эта земля? Алтай – это горная система в самом центре Евразийского материка, там, где сходятся границы России, Монголии, Китая и Казахстана. Она почти в равной степени удалена от четырех мировых океанов – Атлантического, Индийского, Тихого и Северного Ледовитого. На Земле нет другого места, настолько удаленного от океанских вод. Главной транспортной артерией Республики Алтай является Чуйский тракт – автотрасса, идущая от Бийска до монгольской границы. Под именем Мунгальский тракт она появилась здесь более 1000 лет назад и сперва использовалась воинами и торговцами. Позже по ней к священному дереву в верховьях Катуни пошли паломники из Монголии, что окончательно сформировало постоянный торговый путь. Самым опасным участком Чуйского тракта был перевал Чикет-Аман, и в поисках лучшего пути дорогу здесь перестраивали несколько раз. То, что мы видим вдали, это самое свежее из как минимум трех старых дорог, которые когда-то вели через перевал. Она была проложена в начале 20 века и на многих картах до сих пор обозначена как основная. Из-за невероятной крутизны перевала строительные работы здесь всегда были трудоемким и дорогим процессом. Отчасти поэтому строительство современной дороги заняло почти 60 лет. Вечер застает нас вскоре за перевалом, и мы встаем на берегу Чуи. Место вызывает определенные опасения. Следы воды на песке говорят о том, что Чуя здесь иногда выходит из берегов. С другой стороны, над нами нависает скальная осыпь. Тем не менее, мы решаем испытать судьбу и встаем на ночлег. В ответ на это Алтай будто решает напомнить нам о цене беспечности. Ранним утром нас будет землетрясение. Зловещий рокот трижды прокатывается по горам, и все затихает. После невольно раннего завтрака мы отправляемся в путь. В поселке Акташ мы покидаем Чуйский тракт. Теперь у нас впереди более 100 километров горной дороги до долины реки Чулышман. Путь из долины Чуи лежит через своеобразные ворота, образованные отвесными скальными стенами красного цвета. Здесь каньон реки Чибитки был искусственно расширен во время строительства дороги. Это место так и называется – Красные ворота. И воистину, это ворота в совершенно иной мир. Техногенные конструкции кажутся здесь чем-то случайным, второстепенным. В этом мире человек уже не диктует свои условия. Здесь все подчинено определенному, размеренному ритму жизни, который заставляет двигаться в такт с окружающей природой. И вот мы поднимаемся на Улаганский перевал. Среди нескольких других мест Алтая этот перевал объявлен зоной покоя. Это понятие выбрано исключительно точно.
Оно включает покой во всех его смыслах. Как покой природы, так и покой в душе приходящего сюда путника. Древние жители Алтая вкладывали в эти места еще один смысл. И в этом качестве всемирную известность получила следующая веха нашего пути – урочище Пазырык. Здесь были обнаружены древние захоронения, которые в силу своей масштабности получили название царских курганов. Они относятся ко временам Железного века, а точнее к середине первого тысячелетия до нашей эры. Каменные отвалы на этих кадрах – это результаты раскопок, которые открыли археологам, пожалуй, самую загадочную культуру Алтая. По названию местности эта культура была названа Пазырыкской. Однако само название этого народа мы, вероятно, не узнаем никогда. Неизвестно даже, являлись ли пазырыкцы жителями Древней Восточной Европы, которых греки собирательно именовали скифами, или они были пришлым народом, мигрировавшим из Средней Азии. Согласно археологическим исследованиям, эта культура просуществовала не более 500, а по другим данным 200 лет. Однако она оставила после себя множество загадок, среди которых, например, уникальные изображения сказочных животных – грифонов, которые позже появились в культуре многих других народов. Оглядываясь вокруг, невозможно понять, в каком времени мы находимся. Вполне вероятно, что во времена пазырыкцев здесь все выглядело почти так же. Кругом лишь лиственницы, озера и заросли мяты. А мы продолжаем свой путь, и, наконец, перед нами открывается долина реки Чулышман. Той самой реки, которая в своем течении ниже Телесского озера именуется Бия и является одной из двух главных рек Горного Алтая. Чтобы спуститься в долину, надо преодолеть крутой серпантин дороги, выбитый в скале. Это перевал Кату-Ярык. Эта дорога была построена лишь в 1989 году. До тех пор сообщение с поселениями на берегу реки было возможно только по воде, либо по воздуху. Длина серпантина – 3,5 километра. И вот мы в долине. А на противоположном берегу Чулышмана начинается Алтайский заповедник, куда мы теперь и направляемся. Сбор вещей и переправа через Чулышман оказывается делом нескольких минут, но дальше нас ждет длинный путь пешком. Тропа ведет нас вдоль зарослей моральника, одного из типичных растений Горного Алтая. Его научное название – рододендрон ледебура. Мы постепенно поднимаемся в гору, двигаясь вдоль русла реки Чульча. Эта река является самым полноводным притоком Чулышмана и берет начало практически с самой линии водораздела, за которой начинается бассейн реки Енисей. Все дальше внизу за спиной остается долина Чулышмана, а тропа продолжает вести нас вдоль ущелья к нашей цели. То и дело дорогу преграждают ручьи, которые приходится преодолевать по импровизированным мосткам. В одном месте нам приходится проходить траверсом скальную стенку, на которой, на нашу удачу, предыдущие путешественники, а может и смотрители заповедника, оставили натянутую веревку. И вот нашему взору открывается огромный каскадный водопад. Мы у цели.
Однако уже вечер и стремительно темнеет, поэтому мы спешно ставим палатку. Стены ущелья мрачно нависают над нами. Ночлег едва ли будет уютным, но выбора у нас нет. Ужин готовим наспех, в последних лучах уходящего дня. Новый день встает под непрекращающийся грохот воды. Этот водопад называется Учар. Вода шумит так, что я вынужден кричать, но я все равно едва слышу собственный голос. Высота этого водопада 160 метров. Это соответствует высоте 60-этажного дома. Несмотря на то, что многие туроператоры переводят название Учар как «неприступный», в слове весьма очевидно прослеживается тюркский корень слова «летать», что в словосочетаниях типа «летящая вода» крайне характерно для названий водопадов. Обратите внимание на то, насколько острые в водопаде камни. Это связано с тем, что водопад образовался недавно. По мнению геологов, это произошло в результате грандиозного обвала примерно 200 лет тому назад. Очень хорошо заметен контраст между острыми гранями обрушившихся камней и обточенными водой древними берегами. Будучи и вправду труднодоступным, этот водопад стал известен советским исследователям совсем недавно, в 70-е годы прошлого века. Выше водопада проходимых троп нет. И в любом случае дальнейшее передвижение по Алтайскому заповеднику без специального разрешения запрещено. Мы начинаем обратный путь к Чулышману. Где-то внизу, по дну ущелья, теперь уже попутным курсом, Чульча несет свои белопенные воды откуда-то с вершин Шапшальского хребта вниз в Чулышман, и затем через Телецкое озеро в Бию, и дальше в Великую Сибирскую реку Обь. Обратная дорога дается легче, и вот 8 километров позади, и мы снова в долине Чулышмана. Здесь нас ждет еще один природный феномен. Недалеко от устья Чульчи, в урочище Ак-Курум, находится каменное образование в форме грибов. Эти грибы – результат вымывания и выветривания мягких пород, образующих ножки, выше которых лежат фрагменты более плотных пород – шляпки. К сожалению, эти образования уже вступили в фазу активного разрушения. Ножки истончились, и многие шляпки уже упали. А мы спускаемся обратно в долину, чтобы после короткой передышки начать следующий этап нашего путешествия. Мы держим путь на юг, практически к самой монгольской границе, к подножию гор, которые в древности воспринимались жителями этих мест как истинный край света и как мост в иной мир. Наша цель – плато Укок. Дорога занимает весь день, и мы встаем на ночлег недалеко от поселка Кошагач, на берегу ручья Курай. Вскоре солнце скрывается за белоснежными вершинами севера Чуйского хребта. Утром мы минуем Кошагач, и нашим глазам открывается Чуйская степь. За ней нас ждет нелегкий подъем к высокогорным плато. По мере того, как мы удаляемся от цивилизации, к нам возвращается ощущение, которое мы испытали на пути в долину Чулышмана. Во всем здесь чувствуется главенство древних законов природы,
установившихся задолго до появления человека. Главный закон природы, закон выживания, особенно хорошо знаком коренным обитателям этих мест, алтайским суркам. Для хищных птиц, например, для беркутов, сурки являются главным объектом охоты. Поэтому и те, и другие должны все время быть начеку. При беглом взгляде местность вокруг мало отличается от пустыни. Однако, если приглядеться, то становится ясно, что это не так. Несмотря на август, степь продолжает цвести. То и дело попадаются целые поляны, усеянные горячавкой, которая представлена здесь целым набором видов и их гибридов. Пару раз нам встречается очень редкое растение – горькуша или сассюрея ложно-альпийская. И вот впереди уже виднеются джумалинские целебные радоновые источники – последний оплот цивилизации. Дальше начинается перевал, именуемый «Теплый ключ» – единственный путь на плато Укок. График не позволяет нам прерваться на лечебные процедуры, и мы сразу начинаем штурм перевала. Затяжной подъем по каменистой дороге дает время и возможность оценить свои силы и возможности машины. Дальнейший путь по высокогорному плато едва ли будет проще. С каждым метром подъема воздух становится холоднее, а ветер пронзительнее. Растительность скудеет, и лишь высокогорные маки не только успешно противостоят здешнему климату, но еще и пытаются блеснуть разнообразием расцветок. А дорога тянется все дальше. И вот, после почти полутора часов изнурительной работы рулем и педалями, мы въезжаем на седловину перевала. Высота 2900 метров. За отрогами гор уже видно плато Укок. А вдалеке виднеются белоснежные пики Таван-Богда-Ула, пять священных вершин. Где-то там сходятся границы России, Монголии и Китая. Вскоре мы пересекаем реку Калгуты и попадаем на плоскогорье Укок. Здесь, на берегах Калгуты, нас встречает легендарный цветок – Эдельвейс. Тем временем издалека надвигаются дождевые тучи. Это недобрый знак, поскольку уровень текущих с гор рек, которые нам предстоит пересекать, может быстро подняться. Поэтому надо спешить. Один за одним мы преодолеваем затяжные броды. Некоторые из бродов болотистые и вязкие, другие с твердым каменистым дном, но зато с мощным потоком воды. Самый опасный брод находится близ озера Гусиного и на жаргоне знающих эти места туристов именуется «лужа». Именно здесь мы вдруг слышим характерный звук буксующих колес, и наши сердца замирают. Но машина из последних сил гребет колесами и все-таки выбирается на твердый грунт. За озером Гусиным нам открывается вид на реку Акалаха и на то место, где когда-то был поселок Бертек. Именно здесь начинается природный парк «Зона покоя Укок». Это название очень многогранно.
Во-первых, на этой земле природа находится в покое и защищена от вмешательства человека. А во-вторых, в древности все это плато служило местом многочисленных ритуальных захоронений, как будто люди пытались доставить усопших поближе к небесам. В этих захоронениях сокрыта целая история, и она – наш план на следующий день. Одна из особенностей плато Укок – суровый климат, идентичный климату Крайнего Севера. Это предопределяет наличие здесь вечной мерзлоты, которая сыграла немаловажную роль в сохранении древних могильников. Именно благодаря ей здесь были сделаны находки невероятно хорошо сохранившихся артефактов пазырыкской культуры, той самой, которую впервые обнаружили возле Чулышманского хребта. И самая громкая находка была сделана при раскопках могильника с условным названием Акалаха-3. Вот в этом месте в 1993 году было обнаружено пазырыкское захоронение, внутри которого археологи нашли мумию молодой женщины. Уникальность находки имела сразу несколько аспектов. Во-первых, благодаря вечной мерзлоте захоронение сохранилось очень хорошо и донесло до наших дней очень много нового археологического материала. Во-вторых, в отличие от большинства других захоронений, данный могильник стоит обособленно, а не в группе, что говорит либо о его специальном статусе, либо об особых условиях, при которых происходило погребение. Наконец, в-третьих, пазырыкцы очень редко строили индивидуальные могильники для женщин. Поэтому можно предполагать, что погребенная здесь женщина имела достаточно высокий статус в обществе. Видимо, это и породило слухи об обнаружении принцессы Укока, или, как ее назвали в начале, принцессы Кадын, той самой, по имени которой названа река Катунь. На деле же убранство погребального комплекса было достаточно скромным, и об особом положении женщины говорили лишь некоторые предметы ее одежды. Тем не менее, многие алтайцы уверены в правдивости легенды об обнаружении принцессы Укока и считают это событие крайне важным для своей культуры. Еще одной особенностью данного могильника является то, что сверху на нем было воздвигнуто другое захоронение, принадлежавшее другой культуре – Каракобинской. Это захоронение было разграблено еще в древности, однако послужило защитой для принцессы Укока. Существует версия, что каракобинцы изначально были в подчинении у пазырыкцев, однако с течением времени ситуация сменилась на противоположную, и каракобинцы в знак превосходства начали строить свои могильники поверх пазырыкских, чем, сами того не осознавая, уберегли многие захоронения своих прежних хозяев от разграбления. Пазырыкский народ, по некоторым сведениям, просуществовал на Алтайской земле всего 200 лет и исчез так же внезапно, как и появился. Однако именно пазырыкцы считаются стартовой вехой в формировании тюркских народов, и в частности алтайцев. Их история так же загадочна, как молочно-белые воды реки Акалаха, берущие начало где-то в поднебесных высотах Южно-Алтайского хребта и исчезающие в лазурных потоках Аргута и Катуни. Мы покидаем зону покоя Укок. Кажущаяся безжизненной степь раскрыла нам всего лишь малую толику хранящихся здесь тайн, которые строго и молчаливо стерегут 5 священных вершин – Таван, Богда, Ула. И в качестве прощального подарка они открывают нам еще один артефакт древности – фрагмент погребального комплекса в виде так называемых оленных камней, символизирующих женщину и мужчину. Но они заслуживают отдельной истории. А нас снова встречает перевал «Теплый ключ». Горы не отпускают нас так просто. У нашей машины лопается рессора. А
Однако после импровизированного ремонта мы продолжаем путь. Вечер застает нас за поселком Кошагач. Последний час светлого времени мы используем, чтобы хоть немного усовершенствовать крепление сломанной рессоры. Идет? Угу. Очень хорошо идет. Завтра нас ждет длинный перегон к местам, которые когда-то именовались Русской Шамбалой. Наша новая цель – Уймонская степь. Следующие 400 километров пути наглядно показывают нам, кто на здешних дорогах главный. Уймонская степь в XVIII веке стала одним из физических воплощений мифической свободной страны Беловодья. Она начинается в месте впадения реки Кокса в Катунь. Сейчас здесь находится довольно крупный поселок, за которым открываются обширные поля с березовыми рощицами и ручейками. Прообразом Беловодья послужили легенды о лежащей где-то на Тибете стране мудрецов – Шамбале. Эти легенды пришли на Русь с Алтая, поэтому именно сюда бежали, спасаясь от правительственных повинностей, русские крестьяне-старообрядцы. Часть из них ушла западнее и нашла свой новый дом на берегах реки Бухтармы, на территории нынешнего Казахстана, а часть осела здесь, на берегу Катуни. С тех пор здесь можно видеть множество поселков со славянскими названиями. Есть даже смелая гипотеза, что слово «уймон» восходит к древнерусскому слову «успокоение». Уймонская степь заканчивается так же неожиданно, как и началась. Мы встаем на ночевку на берегу Катуни. Впереди у нас горная дорога, а за спиной кажущийся таким русским пейзаж. Утро встречает нас туманом, но первые лучи солнца обращают его в бегство. Дорога, по которой мы едем, практически выбита в склоне горы, и мы невольно смотрим на великую реку Алтая-Катунь свысока. В поселке Тюнгур, что по-алтайски означает «бубен», нам предстоит пересечь Катунь и продолжить путь пешком. Оставив машину в деревне Кучерла, мы начинаем пеший поход вдоль берега одноименной реки. Это один из популярных маршрутов, ведущих к подножью самой высокой горы Сибири – Белухи. Выбранный нами путь не самый короткий, однако он обещает быть самым познавательным. По-видимому, в древности в этих местах была неплохая охота, потому что здесь, в месте впадения в Кучерлу ручья Куйлю, был обнаружен грот-алтарь, в котором древние охотники выполняли соответствующие ритуалы. На стенах грота в камне выбиты изображения животных и целых охотничьих сцен. Такие изображения называются петроглифами. Исследования показали, что грот использовался для ритуалов на протяжении нескольких тысяч лет, так что рисунки здесь многократно наслаиваются друг на друга. Согласно одной из гипотез, в ритуале был важен не сам рисунок, а процесс его создания. Поэтому охотники, будучи ограниченными в пространстве, выбивали новые рисунки поверх старых.
Наскальные изображения или петроглифы можно встретить во многих уголках нашей планеты. Особенностью алтайских петроглифов является то, что здесь, на сравнительно небольшой территории, вы можете найти изображения очень разного возраста. От неолита, это более чем 10 тысяч лет до нашей эры, вплоть до наших дней. Иными словами, если не принимать во внимание современное творчество, то можно сказать, что на Алтае трудились художники как минимум трех разных эпох, которые работали сперва каменными орудиями, затем бронзовыми и, наконец, железными. За гротом тропа спускается к самой реке. Белые солончаковые воды Кучерлы наводят на мысль о сказке про молочную реку с кисельными берегами. Ощущение сказки передают и вековые лиственницы невероятной высоты. А где-то впереди нас ждет горный перевал. Штурм перевала мы начнем утром, а перед этим надо поесть и хорошенько выспаться. Утром мы начинаем восхождение. И вновь алтайская флора демонстрирует нам свое богатство. Вот разновидность пиона под названием Марьин корень. Чуть поодаль мы обнаруживаем целые заросли голубой съедобной жимолости. А по земле ковром стелится бадан, который широко используется на Алтае вместо чая. Постепенно мы поднимаемся выше уровня леса. Наша задача на сегодня – преодолеть хребет, разделяющий реки Кучерла и Акем, и спуститься к Акемскому озеру. Тропа ведет через перевал Кара-Тюрик, что в переводе с алтайского означает «черное сердце». Дорога настолько же красива, насколько трудна. Но вот, наконец, мы добираемся до верхней точки перевала, и нашему взору открывается вид на высочайшую гору Сибири – Белуху. Вершина горы в это время суток очень часто бывает скрыта за облаками, которые образуются прямо здесь за счет испарения снега с нагреваемых солнцем камней. Перевал Кара-Тюрик – не самая легкая дорога к Белухе, однако открывающиеся отсюда виды стоят затраченных усилий. Существует поверье, что Белуха открывается с перевала только самым достойным. От остальных она прячется за облаками. Похоже, сегодня мы попали в число избранных, поскольку нам в разрыве между облаками открывается ее белая вершина. Алтайцы называют Белуху Кадын-Бажи, вершина Катуни, потому что именно с этих склонов берет свое начало эта река. Показавшись буквально на пару минут, Белуха снова скрывается за тучами. А мы тем временем начинаем спуск к Акемскому озеру. В какой-то момент тучи расходятся, и в этот раз у нас есть возможность увидеть пик Делане. Но задерживаться уже нельзя, близится вечер. Акем нас встречает лучами заходящего солнца. Последние шаги даются с огромным трудом. Ночью горный климат напомнил о себе. Палатка полностью покрылась льдом. Кажется, будто природа просыпается постепенно, по мере того, как живительные лучи солнца отвоевывают у ночи сантиметры земли. На небе не облачко, и перед нами во всей своей красе встает белоснежная Акемская стена Белухи. Вот она. Центральная точка Евразийского континента, равноудаленная от четырех океанов. А в еще не тронутой солнцем тени, неподвижно, словно остановившись во времени, кустятся заросли курильского чая.
От Аккемского озера во все стороны расходятся многочисленные туристические тропы, каждая из которых достойна отдельного путешествия. Отсюда же начинаются альпинистские маршруты восхождения на Белуху. Но наша миссия в этот раз несет обзорный характер, поэтому мы с сожалением собираемся в обратный путь. По мере того, как поднимается солнце, белоснежная вершина за нашей спиной становится все прекраснее. Глядя на эту картину, понимаешь, почему Николай Рерих считал эту вершину точкой связи между Землей и космосом. На обратном пути мы выбираем другой маршрут вдоль русла реки Аккем. Здесь нас ждет последняя веха нашего путешествия. На впадающем в Аккем ручье Теккелю располагается один из самых высоких водопадов Алтая. Хотя этот водопад ниже Учара, его особенность в том, что у него нет каскадов, и вода единой струей падает с высоты 60 метров. К сожалению, недавно из-за дождей Аккем сильно поднимался, и все переправы смыло, поэтому никакой возможности перебраться через реку нет. Хотя вода уже спадает, Аккем все еще не совсем соответствует своему названию. И вместо белой реки мы видим мутно-серый бурный поток. Нам не остается ничего другого, кроме как смотреть на водопад издалека. От Аккема к Кучерле маршрут пролегает через перевал Кузаяк, который крайне прост. По нему даже ведет дорога, проходимая для автомобиля ГАЗ-66. Мы завершаем путешествие по горному Алтаю. Этот маленький мир в самом центре Евразийского континента поистине является истоком во многих смыслах этого слова. Отсюда берет свое начало Великая Сибирская река Обь. Здесь произошло чудо рождения новой этнической общности, из которой впоследствии образовались тюркоязычные народы. Здесь легенда о мифической стране Шамбале слилась с местным колоритом молочно-белых рек и породила славянскую легенду о Беловодье – символе земного рая. Сюда, на практически нетронутую современной цивилизацией землю, и по сей день едут люди в поисках покоя, просветления и вдохновения. И особо упорным удается найти здесь свое место силы, чтобы обратиться к истокам собственной души.
этом самом месте, в 1993 году, бла-бла-бла-бла-бла. Еще одной особенностью данного могильника было то, что сверху него было воздвигнуто воздвиг. Видимо, это и породило слухи об обнаружении принцессы Ку, или как это ее